проектор можно выключать. Количество пиццы сильно сократилось. Да, темнота и как бы оп, и нету пиццы. Дорогие друзья, пицца наша подходит к концу, поэтому мы благодарим всех докладчиков за сегодня, Ксюшу и Катю. И давайте определим, что у нас будет в следующий раз и когда будет в следующий раз. Юрий, можешь мне подать мой планшет? Можешь вытянуть эти наушники? Уже не так существенно. Он заорет сейчас. Перестал играть? Перестал играть, тем лучше. Итак, ты хочешь решить, когда в следующий раз? В следующий раз. Мы его, в общем-то, уже назначали в прошлый раз, но... Да, вряд ли. Давайте посмотрим. Давай смотреть. Второе слишком рано. Второго слишком рано, наверное. Чисто теоретически есть девятое. Скажите, пожалуйста, когда начинаются предбальные? Предбальные 16-18. 9-10 ничего нет, правильно? 10-го твоей дочери день рождения. 10-го моей дочери день рождения, день рождения 4-го, 10-го празднования. Не путай, пожалуйста. Поэтому 10-го ты не можешь, 9-го ты чисто теоретически можешь. Есть 23-й, я считаю, что нужно 23-го делать. Прямо перед балом. Какая разница? Да? Ну, наверное, еще хорошо бы выяснить мнение Вити по его загруженности. Но меня 23-й, конечно же, устраивает, потому что есть нормальное время подготовиться. Да. 23-го? И осталось придумать докладчиков. У нас есть Оля. Да, докладчиков еще месяц назад говорила, что через месяц она будет готова. Ну, она каждый раз говорит, что она вообще хочет не докладываться, но мне кажется, что это вопрос... Ну, у нее нет вариантов таких. Ну, да, этот вариант и не как предлагать. Бы есть вот наши друзья из славного города Ярославля, но... Есть Алена. Что Алена хочет рассказать? Алена должна нам рассказать что-то... Про Тауберта. Про Тауберта. Я не знаю, насколько она... Сафронова. Я не знаю, насколько она прямо сейчас хочет рассказать. В смысле, я не знаю, насколько он его готов. Я ей написала уже, но она еще пока не ответила. Ну, тогда, в общем, мы ждем ответа Алены. Я могу посмотреть еще списочек жертв семинара. В жертвах семинара точно была Вика. У нее был какой-то доклад, она в прошлый раз рассказывала. Можно посмотреть Free Talk и посмотреть, что она обещала. Давай, я сейчас... Что еще у нас есть? Станислав, смотришь ли ты нас? Не желаешь ли ты нам что-нибудь задорное сейчас сказать? Сейчас напишет, нет, не смотрю. Тоже неплохая тема. Юрий, не желаешь ли ты что-нибудь нам рассказать? Ты как-то в этом году халявишь. Могу рассказать тебе, сколько новых записей библиографии я добавил. Спасибо, у меня есть РСС. О, круто. Я его читаю. Ксюша, есть Форвис один с 18 веком, не знаю что. Александр с Ричардсоном, он не отмажется. Абстрактно Блок у нас хотел есть. Про Лорана. Можно поподробнее про Александра с Ричардсоном? Ну, мы хотели дать ему еще кусочек. Я хотела, чтобы не ты всего Ричардсона впахивала. Тебе понравилось? Тебе же понравилось? Он прекрасно. Александр, то есть Катя у нас есть со следующего года Ричардсона? Да, но только не в следующем месяце. Хорошо, в мае. Можно. На май. Лучше в июне. Да, там еще июнь есть. Май и июнь. Ага, надо запомнить. И, в принципе, еще есть там Ксюша со следующей части. Следующий план Ричардсон, наконец-то начнутся танцы. Нормальные. Да. Ты ошибаешься. Ты же видел, как он пишет. Ну, может, не очень нормально. В смысле, у него, по-моему... Ну, нет, про 19 век, наверное, менее ложово, чем про 18. Анечка, Анюточка. Выходи к нам. 23-го не успею, пишет Станислав. Станислав, давай к маю, когда успевай. А что Станислав хочет успеть? Я не знаю, что он хочет успеть. А Станислав не хочет какую-нибудь статью защитить на семинаре? А он мне сказал, что будет выкладывать через неделю. Он мне сказал, что он выкладывает статью. Ну, прекрасно. Что он выкладывает статью про Котельон в течение недели. Ну что, я думаю, что мы можем... Причем здесь Котельон? Он же Минуэт защищает. Не, он Котельон защищает. Что защищает четвертый? Котельон. Зачем? Потому что они у него написаны. Они готовы? А Минуэт, типа, он выложил вот эту методичку, и там есть что Минуэт защитить-то, нет? Есть, но там много работы. То есть сначала статью написать? Да. Ну, а Котельон все есть? Ну, наверное, да. Итак, вот,
Ну, Станислав пишет, что он к 23-му не успеет, потому что еще не придумал тему. Хорошо. Итак, предварительно 23-й, уточняем у Вити его возможности. У меня написана какая-то статья Хнилоры. Какая? Статья Хнилоры — это как раз ее статья про котельоны, она переведена... Мазурка Вирджорман? Нет, ну это две статьи. У меня есть Мазурка Вирджорман, а есть три статьи про котельоны, которые переведены... Старые. Старые, да. Про то, что котельон произошел на самом деле от танцев игр немецких. Но она, в общем, рассказывает, почему котельон — это немецкое изобретение, и каждый раз придумывает новое место, откуда он мог произойти. И Станислав пишет, что сегодня ночью он будет ее дописывать. Видимо, ее это свою статью на уровень очередную. Защитит лучше одну, чем напишет две. Ну, он собирается вот эту одну дописать. Какие еще есть предложения? Или мы на этом завершаем трансляцию? Я думаю, что мы завершаем трансляцию, и как всегда, за 2 дня до семинара напишем, что а вот семинар через 2 дня. Хорошо. В общем, все, кто слушал нас сейчас, знают, что семинар на самом деле... Следите за рекламой, семинар наступит недавно.